Вот, товарищ Кочевой, познакомьтесь. Наш лучший специалист, краевед. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы снимаем документальный фильм о вашем крае. Нужна помощь. Михаил Михайлович, мы готовы. После революции наш край начал стремительно развиваться. В 30-е годы был открыт чугунно-литейный комбинат, а также железная дорога, которая соединила некогда заброшенную окраину со столицей. Расширилась и окрепла мощная система здравоохранения. На сегодняшний день во всех крупных населенных пунктах работают клиники широкого профиля. Стоп. Что случилось? Возьмите. 48 лет, крановщица. Кран сорвался с платформы с 10-метровой высоты. В результате у женщины компрессионный перелом позвоночника. Записал? Срочно требуется направление в институт хирургии. Что значит, на каком основании? Это производственная травма, мало что ли? Спасибо. Всего доброго.